Куда же я все-таки поехала? Эта страна практически всегда под солнцем. Эта страна всегда в солнечном свете. Ее еще называют страной солнца. Эта страна бывает 4 моря, среди которых есть Красное, Средиземное и еще 2 каких-то. Дайте. Отлично. Это страна знаменита стеной плача. Те, кто догадались, что это за страна, ставьте пальчики вверх. В общем, это Израиль. Поехали. В сегодняшних планах у нас поехать в Хайфу. По крайней мере, я так думаю. Не одно то, что есть вот такая вот красота, как сейчас. Теперь я покушала, теперь я могу вам сказать свой комментарий. Сидеть в парке, кушать – это хорошо. Но о путешествии, если речь идет об осмотре достопримечательности или еще чего-то такого, то нифига не получится, потому что очень-очень жарко. Поэтому, ребятки, если вы хотите поехать летом или во второй половине апреля или мая, то основную часть отпуска распределите на пляж. Потому что, блин, ребята, это море. Сейчас вторая половина апреля, а я на море. Вы слышите это? Это звук моря. Вечернего моря. Неописуемая красота и свет огоньков городов ночью. Это просто что-то невоображаемое. Это очень красиво. Ребята, всем доброе утро. Это очередной день нашего путешествия. И сегодня мы едем в Акку. Онку хорошо кусик, я тут снимаю, нравится. Вот, красиво. В общем, сегодня мы едем в Акку. Сегодня температура чуть получше. Все-таки похолодало на пару градусов. Теперь 27 градусов. Все нормально пока что. Так что, поехали. Города меняются, а обувь на проводах висит везде. Рядом море. Сегодня получше, чем вчера, хоть и жарко, но не так. Рядышком море, и поэтому климат лучше. Пахнет морем. Настроение отличное. Where the fun ain't got no head. Laying in my paper tent. Where the fun ain't got no head.
ты ее возишь с собой,